Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке The Last of Us. С вами канал Алекс Плей. Мы продолжаем играть. Вот ты где. Надеюсь на вашу поддержку. На лайки и на комментарии. Так, нужно поймать оленя, чтобы добыть себе еду. Мы поймали кролика пока что. Но этого, видимо, нам будет мало. Раз мы встретили оленя, оленя нам явно хватит. Держи ровно. На неделю точно. Повернулся такой. Я так полагаю, надо потихонечку подобрать. Блин, опять спугнули. Нужно подкрасться. Осторожненько. Жалко оленя, но выживать как-то надо. Нужно питаться, нужно кушать. Она это делает, по крайней мере, не ради забавы, а ради того, чтобы выжить. Блин, палка. Нельзя по палке ходить. Можем подняться. Блин! Да что ты будешь делать? Может быть, он должен куда-то нас привести? Ладно, пока идем дальше. Он куда-то наверх побежал. Осторожно. Здесь залезем, точно. Я думаю, идеальное место будет. Так. Давай, 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 давай. Пониже, пониже. Ждем. Твою ж мать. Идеально, идеальное расстояние. Есть. Попали. Но только один раз. Надо еще разок. Мы куда-то в задницу попали. Ну ладно. Теперь можно по кровавым следам следить оленям. Я осуждаю убийство. Блин. Надо осторожней. Ради забавы, вот это я осуждаю. А ради выживания это понятно, потому что в мире животных все так и происходит. Кто-то кого-то ест. И в данном случае мы хищники. Да, в роли хищников. Если не поймаю, то кролика нам хватит, ну, буквально на сегодня. Ну, может быть, на завтрашнее утро тоже. А вот оленя реально, может быть, даже на две недели. Тем более, тут холодно и на улице как в холодильнике. Хрен догонишь. Поэтому мясо не испортится. По крайней мере, долго не будет портиться. Боже мой, я не могу его поймать. Нужно место идеально выбрать. Вот отсюда. Черт, спугнула. Твою мать. Близко нельзя подходить. Он опять на предыдущую позицию сейчас встанет, и мы поймаем его наконец-таки. Вот, идеальная позиция просто. Надеюсь, этого хватит. Тут аккуратненько. Вот и он. Это сложно стрелять. Блин. Тут елка еще зеленая, блин. Ну. Вот да. Ужас. Сколько раз? Мне его жалко. Ну почему нельзя с одного раза? Уже две стрелы в нем. Это ужасно, это реально ужасно. Быстрее уже. Ну, девочка, видимо, только учится, и я тоже. Где он? Так, на корточках. Где этот олень? Блин. Первый раз, если я наступлю, он оборачивается. Второй раз он бегает. Куда он ушел? Блин, да где он? Он наверх разве пошел? Почему так сложно? А если зомби нападать будут, как я отобьюсь?
Я уже 5 минут его ловлю. Капец какой-то. Да, из меня еще тот охотник. Вон кровь. Он куда-то вверх побежал. И как ты еще жив? Согласен. О, слушай, ну он меня куда-то привел. Я так полагаю, так и должно быть. По следам. О, это что такое еще? Что тут было? Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. Какой-нибудь зомбар сейчас выскочит. Ну все, он погиб. О. Догнали. Только не зомби, кто пожалуйста. Там? Выходи! Тише! Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим за это мясо? Оружие, ткань, пули... Лекарства! Есть антибиотики. Есть. В лагере. Пойдем вместе с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Нравится мне эта девчонка боевая. Молодец. Два пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад. Там поди патронов нет. Нет, есть, смотри. Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Блин, ну олени реально на сколько хватит? На человек 20-30 ему хватит. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Он жив, значит. Увидим. Твою ж мать. Зомбари гребаные. Щелкун. У него пистолет был. У тебя пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Мы будем отбиваться. Дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Я согласен, только не оленя, пожалуйста. Ладно. Перезарядись. Там по 3 патрона. Вот же!
патронов мало. А, у них патроны можно брать. Стреляешь ты получше меня. Где они? Помоги мне. Давай, 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 давай. Ты что ты делаешь? Толкай. Давай, давай. А ты, блин! Черт. Браво. Да что тебе? Да вали ты нахрен! Ой! Аптека, у меня нет аптеки. У меня еще лук есть. Да сдохни ты уже! Блин. Так, ладно. Тут пусто. Выросла капуста. Отсюда пойдут. Да почему вы... Шевелитесь! Мимо! Да мимо! Да боже мой! Боже нахрен! Бей же его! Так, осторожно. Твари бегут. Много их еще. Уходим отсюда. Олень. Идем. Боже мой, олень. Твою ж мать. Я перекрою путь. Впереди вход. Чем-нибудь найдем? Со мной. Иду я. Как настроение? За меня не волнуйся. Фу, оленя жалко. Капец. Так, смотри под ноги. Не отставай. Да что ты будешь делать? Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны. Уходи! Нет. Нужно аккуратнее быть. Да почему они уворачиваются-то, господи? Как же бесит. Я вроде прицелился, а они уворачиваются. Что, есть поживиться? Стрела. Идем нам сюда. Да нет! Что-то капец такой.
точно. Что за засада? Слушай, я не знаю как. Они постоянно шевелятся. Гребаный за поворотом. Я думаю, надо потихонечку пройти. Просто потихонечку пройдем. У меня еще ножик есть, да? Порвали его нахрен. Ой-ой-ой. Так, теперь надо выбраться отсюда. Лестница. Как? Вот ты где. Дверь вон там. Валим. Выход так близко. Надо наверх. Нам бы ту лестницу. А, надо как-то обойти, да? Все это дело, окей. Если бы он меня подсадил, в принципе, можно было залезть. Тут конкретно надо обходить. Окей, идем сюда. А, что-то подвинуть надо, я думаю. Вниз сюда неохота идти. Окей. По-любому надо что-то подвинуть. Я тоже могу крафтить? Да, я тоже могу это все создавать. Отлично. И как мне туда попасть? Стрельнуть по ней. А может реально по чем-то стрельнуть? Веревка, труба. Так. Это не поможет. Сосульку, может быть? Может сосульку? Только патроны привожу. Как залезть на эту гребаную лестницу? В смысле, как достать эту гребаную лестницу, чтобы по ней потом залезть? Как-то ты проползешь, я не знаю. Окей. А, совет. Совет, давайте там посмотрим. Высоко. Могу подсадить тебя. Ну вот, сразу бы сказал. Вон! Давай, подсади! Если долго не знаешь, что делать, игра подсказывает, это круто. Во всех бы так играх. Но это сложно делать подсказки, они еще и подсказки умудрились сделать. Бегом! Не наткнись на зараженных! Да знаю! Так, там что-то еще есть. Сейчас выскочит откуда-нибудь. Так, подожди, у меня есть кирпич или что-нибудь такое? Нету. Пригодится. Да, слушай, порядок. Ну, ружье хорошее. Может, потому что оно прокачанное у меня? Мы все заберем. Так. Медальон цикады.
Слушай, неужели я буду за двоих персонажей играть? Я очень сильно надеюсь, что мужичок выжил. Так. Держи. Слушай, при должном желании можно было и так подняться сюда, какие-нибудь досочки подложить. Ну. А, мне тоже туда, да? Понятно. Туда. Ну, пойдем. Пойдем, 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 конечно, пойдем. Надо выбираться. Боже мой, там кто-то хрюкает. Мы уж поняли. Вот там олень. Ладно, старик. Чё они визжат? Так, вот наверх стоит сходить посмотреть. Отлично. Какие-то алкаши гребаные. Похоже, мы не первые с ними столкнулись. Боже мой. Я искал этих ребят. Ну ладно. Бери их снарягу. Я поищу выход. Коль молотого. Если нет места, надо что-то скрафтить, да? Так. Бери все, что может пригодиться. Это понятно. Что-нибудь видишь? Здесь тупик. И не понимаю, кто это строил. И что нам делать? Ну что, отбиваться? Есть другие варианты. Сдохнуть. Ясно. Готовься. Откуда они пойдут? Да как ты жив-то? Давай, мотайся, мотайся. Ты меня не возьмешь. Так, держись. Да беги! Ну, пожалуйста! Ну, не надо! Готовься! Да уже готов. Ты чё встал? Ты свою спину, блин, подставил! Михал, они на крыше. Да знаю. В задницу держи. Трёхная херня. Нужны патроны. Где патроны все? Патронов нету. Ни один патрон. Патроны. Перевязаться, перевязаться надо. Давай быстрее. Да сколько тут этих тварей? Что до хрена? Смотри. Блин, щелкун гребаный. Помогите мне! Ну, боже мой, ну ты чё, слепой, что ли? Ты
же, мать, сзади же шел, ты не мог остановить его. Капец. Порвали, мы гребаный кретин. Я не понимаю, кого стрелять. Да боже мой. Ай да девочка. Помоги, помоги мне. Ой, помоги, пожалуйста. Уж мать, как я против него буду биться? Где топляк? Капец, ребят, сложно. Патроны, патроны, патроны. Никого нет патронов. Сверху идут. Да сзади, блин, сзади! Ты чё, не видишь его? Сопляк! Что? Сопляк! Все, нет. Может, пойдем отсюда? Знаешь что? Что? Кажется, мы отбились. Их больше да. Нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее не могу поверить. Ну да, что-то до хрена их было. Я к такому не готовился. Я не ждал такого. Так, единственное, знаете, что надо сделать? А у меня есть еще одна аптека. Отлично. Я думаю, пора перевязаться нам. О, боже мой. Я не знаю, что будет дальше, но мне уже сложно. Чё, хана, лень? Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел. Блин, я надеюсь, что цел. Надеюсь, его никто там не кушает сейчас. Может, какой-нибудь новый зомбарь. Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь? Случайностей не бывает. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид.
Нет, черта с два. Убери пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Кролик-то остался. Она вначале кролика еще ловила. В предыдущей серии, 10-й. Валим отсюда. А, ну вон кролик, да, есть. Пошла! Да. Ну и поохотились. Хорошо так поохотились. Ну, лекарство важнее. Лекарство может спасти жизнь. Ну, без еды тоже, конечно, хреново. Идем. А лошадку не хотела принять. Так. Джоэл? Нет, нет, нет. Он живой. Все нормально. Сколько времени прошло? Еды принесла немного. Зато добыла вот что. Так, руку. Зашила его. Чтобы заражение не пошло, да? Сколько же он тут лежит? Вот так. Была осень, стала зима. Несколько месяцев. Прости. Ничего. Уже все. Ты поправишься. Повезло мужику. Любят его все. Что такое? А, кто-то сюда. Кто-то здесь ходит. О, черт. Выследили. Так я от них буду отбиваться. Я уведу их отсюда. А потом вернусь. То есть это они в прошлой серии нас напали, когда мы были в лаборатории. Ну, они говорят про псих и про девочку. Может, ее здесь нет? Слушай, да там следы копыт по всей улице. Она тут. Ну да, я поймал ее! Идите сюда! Что застыли? Стреляйте! Но Дэвид сказал... Нахер Дэвида! Но! Стреляйте! Давай! Надо увести их. Чего им надо? Пошлите в задницу идите! Что им от нас нужно? Да иди отсюда, блин! Свали нахер! Нахер свали! Боже! Охренеть, сколько их много! Да свалите вы, боже мой! Капец, они шмаляют по мне! Сюда, сюда, сюда! Ну, давайте, отморозки! Гребаные отморозки! Что им от нас нужно? Хера себе их сколько, блин! Я бы точно их не перебил бы! Слышь, там сам ты гребаная корова! Пошел нахрен! Твари! Они подстрелили лошадь! Блин, жрачки им, конечно, на два месяца точно.
Нет. А, жалко. Офигеть, так. Прямо в голову. Вон там, у лошади. Вот придурки, я их ненавижу. Лидер-то вроде у них нормальный, да, вот этот кто был? Но они его все равно не слушают. Какой он лидер, если они его не слушают? Они сказали в девочку не стрелять. Блин. Капец. Хреново. Вроде подружились, вместе сражались. Нафига он привел свою группу-то? Может, это не он рассказал, а его приятель? Так, тут явно что-то есть. Тут явно должен быть лутецкий. Нам нужны патроны. У меня патронов не так уж много. Здесь надо бы перезарядиться. Из лука я ни хрена не умею стрелять. Плохо я стреляю из лука. Так, и куда теперь? Я могу, конечно, их убить, но не хочу. Куда просто, они делись? Просто хочу свалить. Они сверху еще идут. Вон она! Вот уроды, вот уроды. Да пошли вы нахрен! Гребаные вы уроды, придурки! Какие же вы твари, подонки! Беги! Капец. Боже мой, последняя аптека. Лучше бы я их пришила всех уродов. Хера себе их там. Я ни одного не убила. Ни одну мразоту не убила. Какие ж твари они, блин. Что, вроде эта штука загородила дорогу. Блин. Надо убрать ее. Вот так. Черт. Если они не услышат. Блин, ну куда теперь? Мне в другую сторону. Джоэл, держись. В
Но они бы явно меня нашли, а так они перестали искать, они в другую сторону побежали. Блин, куда нам идти? Нам туда надо как-то попасть. Я так полагаю, через здание. Как мне туда попасть? Все, мне хана. А, блин! Я тебя убью! Я не хочу здесь застрять. Мы вовремя, ребят, мы вовремя. Так, ну аптека мне точно нужна сейчас. Я думал, обороняться не было смысла, их слишком много. Нужно по стелсу пройти было. А, где же выход? Что-то пошариться, может. Мне бы по-хорошему еще надо аптеку сделать. Парочку аптек. Покушать есть что-нибудь? Нету места. Если места нет, то мы освободим. Ну, хорошо. Хорошо, отлично. Блин, не хватает, алкоголь нужен. Без алкоголя аптеку не сделаешь. Ну, тут же бар, тут дофига должно быть его. Твари по-любому опять пойдут сейчас. Только одну, да, можем сделать. На этой стороне домика! Да блин, вали нахрен! Вали отсюда! Да вали ты нахрен! Куда, куда бежать? Выход. Да! Суки! Суки вы гады, блядь! Простите, ну блин, ну как их еще обозвать? Уроды. Просто уроды. Так. Сейчас все сделаем. Так, надо аккуратненько как-то. Не домика! Он сразу меня заметил. Кинь бы что-нибудь туда. Как-то отвлечь его надо. Он сразу, да, выбегает, он меня видит. Так. Туда нам надо к выходу. До выхода добраться.
Да вали ты нахрен! Вали, придурок, суку! Вали отсюда! Ублюдок! Вали нахрен! Нахрен, вали, говорю, нахрен отсюда! Проклятая малявка тут! Пошел ты нахрен! Урод. Так, тут меня сейчас заметят, да? Один тут палит. На этой стороне домика! То есть надо сначала отбежать, да? Они проверят, тут никого нету. Я смогу легко уйти. Поползаем. Может, по этой стороне пойдем? Малышка, кончай дурить, бросай оружие! Иди нахрен! Все с пушками! А ты одна! Придурок! Где он? Туда сейчас пойдут. Я не могу открыть! Ну ты придурок, пипец! Я зря ты это сделал! Зря ты это сделал, урод! Проклятая моя! Я до последнего не хотел вас убивать! Ублюдыши! Там еще один урод. Я знаю, куда надо сюда кинуть. Поймайте ее, пока не ушла. Я иду туда. Вот выход. Они сюда вернулись. Ищем, она где-то здесь. Иду туда. Проверь там. Да, идите туда. Чтобы они ушли. Я отвернулся. Обошел. О, боже мой. Нельзя, чтобы он сюда опять оглянулся. Давайте, пожалуйста, валите отсюда быстрее. Что там? Ничего. А у тебя? Тоже пусто, ищем. Поищу здесь. Глянь внизу. Уходите, уходите отсюда. Ну, уйдите, пожалуйста. Капец. Уходят. Да блин! Тихо! О тебе забочусь! Вот так. Вот так. Я ни одного не убил. Ни одного. Все-таки поймали. Какого черта? Это руки! Это руки! Боже мой! Какого черта? Человека рубят!
Каннибалы! Это каннибалы! Я их не пищу, что ли, буду? Как самочувствие? Супер. Вот. Поешь. Это человек? Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая. Верная. Особенная. О. Ясно. Палец сломала. Черт. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Блин, она офигеть. Как ты говоришь, а? На кусочки? До завтра, Элли. Ну вот и раскрылась суть человека, какой он. Он просто ее маскировал. Слушай, антибиотики подействовали. Элли. Да, ребят, антибиотики сработали. Элли. Ему получше стало. Сейчас я буду распутывать это дело. Ничего себе, а без антибиотиков я бы не встал. О, вот это я понимаю. Все оружие, которое я лутал, все оно у меня. Это просто супер. Это просто прекрасно. Так, сразу давайте заделаем. Ништяков себе. Нету места. Так, ну что ж, я предлагаю, ребят, на этом серию закончить. И в следующей серии мы уже поиграем за нашего крутого мужичка. С вами был канал AlexPlay. Спасибо за просмотр. Всем вам до скорого. Пока-пока, ребятки.